от рыжих и блондинов, брюнеток и сложноцветных. От послушных и примерных, от ершистых и непоседливых. От отличников и, мягко говоря, не очень. Но зато очень-очень вас любящих. Здоровья, счастья вам и классным учеников. С Днем Учителя! Мы желаем вам сил, удачи, воплощения новых идей. И пусть рядом с вами всегда будут ваши верные помощники. У нас с вами наш общий праздник. Праздник Дня Учителя. Этот праздник необычен уже тем, что как бы вы ни хотели или не желали, или кто-то не желает, но его празднует сегодня вся наша страна. Не сегодня, а завтра будет праздновать вся наша страна. Сегодня мы отмечаем этот праздник в его преддверии. Что бы мне хотелось вам сказать, в первую очередь, дорогие учителя? Во-первых, поблагодарить вас за то, что вы работаете в этой школе. Поблагодарить вас за то, что вы сплоченная команда. Поблагодарить вас за то, что вы даете очень высокую результативность по учебной работе, по воспитанию наших ребят и потому, как они сегодня ведут концерт, потому, как наши себя ребята ведут в зале и как они выглядят. Вы, ребята, наша гордость, потому что вы оценка работы учителя. Самое важное в вашей жизни после ваших мам и пап на следующем месте стоит учитель, с которым вы работаете, от которого вы получаете все самое необычное, необычные знания. И поскольку труд этот взаимообразный, и он требует взаимной ответственности. Учителя у нас в школе очень ответственны. И школа наша славится большим количеством учителей, которые на сегодняшний день имеют значительные награды. Вы должны помнить, что именно в этой школе успех определяется каждому сюда входящему. И это доказывается результатами. В этой школе самое большое количество победителей конкурса, президентского конкурса «Лучшие учителя России». Помните и знайте о почетной работе образования Российской Федерации. Поэтому давайте не попросим. Это вам, мои уважаемые друзья. Я бы хотела, чтобы вас, дорогие учителя, знали ученики. Поднимитесь, пожалуйста, учителя, которые имеют знак отличника просвещения. Татьяна, кстати, вы почему сидите? У нас есть еще работники, которые уже не работают в нашей школе, но они наши коллеги и продолжают ими оставаться. Я попрошу сейчас вас, ребята, поприветствовать педагогов, которые находятся на заслуженном отдыхе. Но сегодня мы очень рады, что они к нам пришли, и мы благодарим их. Я прошу подняться. Элина Энергина, поднимайтесь. Елена Егоровна, поднимайтесь. И очень просим, не покидайте нас, приходите на все праздники, не стесняйтесь, мы вам очень рады. Спасибо вам. Oh!
проказы, с тоскою можешь ты не быть, но с юмором ты быть обязан. Скажите, пожалуйста, по каким трем причинам вы любите свою работу? Заявление учителя директору. Прошу послать меня на курсы повышения заработной платы. Народная примета. Готовь сами летом, а ЕГЭ зимой. Самое неожиданное, я просто в школьной столовой. У вас наличные? Или карты? Всем подданным нашего государства, какого чину достоинства он и не есть. По ельку известно мне стало, что в разных сторонах нашего государства разучились качественную работу выполнять. А чтобы впредь неповадно было, поставь их чисто учиться качественную работу выполнять в гимназию, что в городе я находится. Желать им терпения и трудолюбия, любви к знаниям и к труду. Уважаемые коллеги и учителя, вот лишний раз доказывается, как меняются ребята, когда они примеряют на себя новые роли и насколько одарены наши дети. То, что они все актеры и удачно и умело исполняют их роли, которые им даются, просто поражаешься.